и очень-очень признательна этой знаменитой компании, которая нас так сильно поддерживает. Вот в моей семье 3 инвалида. Баба лежит с раком 3-й степени. Внук у меня с припадками. И я сама, так сказать, без ног. Мы очень вам благодарны, ибо мы вот чувствуем связь, что о нас беспокоятся, о нас помнят, нас ждут и нас поддерживают. И особенно вот прям вот так вот приятно накануне нашего большого праздника Курбан-байрам. Здорово, что нас не оставляют ни в беде, не в болезни. Поэтому от всей души вот желаю всем, чтобы все семьи были здоровы, счастливы, благополучны. И так же, как вот нас радует, чтобы вас Бог радовал. Спасибо огромное. И низкий вам поклон.